Приветствую вас. Нет, не обязательно. То, что вы чувствуете, и та проблематика, которую вы ощущаете, может быть, и в детстве. Не обязательно. Совершенно. Разные могут быть причины для того, чтобы переживать то, что переживаете вы. Может быть, это и определенный негативный опыт, который у вас был не связанный с детством. Вот. Ну, зачастую, конечно, это действительно связано с детством, зачастую, но как бы сказать далеко не всегда. Вот. Плюс ко всему, не важно, да? Не важно, где вы это учили. Вот. А важнее гораздо, что вы будете с этим делать. Вот. То есть это гораздо важнее, что вы будете делать с этим. На мой взгляд, ваша проблематика в глобальном смысле заключается в том, что вы предъявляете к себе завышенные требования. Вот. И, соответственно, вам легче не делать ничего, да? Вот, легче отказываться от ответственности, отказываться от того, что вы, ну, делаете, да, отказываться от отношений и всякое такое, вот, чем в них, вот, ну, реально вступать, да, вот, то есть вам легче действовать так, потому что вы боитесь, вот. И это не совсем, конечно, адекватные требования к себе здесь. Вот, это запрет на ошибки. Вот. То есть вы себе по факту запрещаете ошибаться. Вот. И, соответственно, проблематика, она здесь такая, что если вы себе запрещаете ошибаться, то, соответственно, легче не делать ничего, а чем делать вот, ну, чем делать что-то. Вот. То есть тут, в принципе, вас можно понять, да? Соответственно, идея в том, чтобы привести свои требования к неким таким адекватным историям, чтобы, то есть, ну, чтобы то, что вы делаете, например,
чтобы это было чтобы это соответствовало реальности, вот, а не было плодом вашего воображения. Вот. Ну и понятно, что для чего-то вам это нужно. Понятно, что почему-то вам это нужно, то есть я имею в виду предъявлять к себе такие вот завышенные требования. Вот. Ну, это уже вопрос, я бы сказал, индивидуальной работы с вами. Но в целом это страх ошибки перфекционизма. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.